Сверху на торте хочу сделать как бы веночек из таких маленьких веточек, поэтому мне нужно сделать, наметить. Так. И самое главное теперь ее поднять аккуратно. Я думала, я что-то накосячу, конечно, здесь. Все получилось аккуратненько. Так. Оно все здесь закроется, ничего страшного. Маленькой насадкой круглой. Коричневым кремом буду делать такие маленькие веточки, палочки по кругу. Делаем как будто бы веночек такой. Накладываю палочки одна на одну. Хаотично, как получается. Несколько слоев. Я обрезала край конечного мешка, можно делать маленькую насадку, но так у меня насадка все занята, поэтому я пользуюсь мешочком. Просто делаю веточки. Отсаживаю, просто отсаживаю маленькие иголочки. Так, вдавливаю крем и вот так провожу рукой, дергаю, закругляю. Вот такие листочки получаются. Сейчас я буду делать рождественский цветок понсеттию. И я уже все подготовила для него. Буду делать вот такой вот насадкой маленький узкий листок. Крем окрасила. Такой у меня получился ярко-ярко-красный. Использую красители. Вот такие кредо. Красный тюльпан. И топ декор бордовый. Основной цвет, конечно, кредо красный. И добавляю пару капель бордового. Ссылочку на интернет-магазин оставлю в описании под видео, где обычно я покупаю красители и все ингредиенты. С промокодом Наталья Торт на все скидка 5%. Обязательно воспользуйтесь таким предложением. Итак, сначала отсаживаю вот такую подушечку, любой насадкой, можно круглой, или просто отрезать кадетский мешок.
Так, сначала вытягиваю три листочка, делаю. Конечно, чем они будут длиннее, тем будет лучше. Так, затем еще 5-3. И снизу здесь также добавлю лепесточки маленькие. Именно между лепестками, которые повыше. Внутри сделаю 3 маленьких лепестка. Так, серединку буду отсаживать такие тычинки, вот таким вот красивым ярко-желтым цветом. Я даже сама как бы была удивлена. Он такой яркий краситель. Так, кредо желтый электро. На самом деле он прям даже вживую невероятно яркий, красивый. И добавляла прям капельку, совсем немножко, и он такой прям получился эффект неожиданный. Так, делаю тычинки. Вот такая пуассантия получилась. И высаживаю на такую вот красивую подложечку. Так, для начала сделаю подушку кремовую, чтобы лепестки не касались подложки. Очень удобно так заготавливать цветки. Сразу сделать можно много таких цветов, потом уже отсаживать их. Вот такая красота получилась.